Синхронизейшн. Опа, блин, прости, дисклеймер. Всем привет, вы на канале Не до Хакер Лайт. Сегодня мы с вами скачаем и про... О, чё мы скачаем? Всем привет, вы на канале Не до Хакер Лайт. Сегодня мы с вами получим бесплатные айфоны. Немного нестандартный ролик. У нас сегодня только одна ссылочка и три видосика. Все потому, что если мы зайдем вот по ссылочке, у нас открывается очень классный канал на 7000 подписчиков. Тут ребята рассказывают, что бесплатно получают кучу всего. Да, вот они, айфоны. 3 миллиона просмотров бесплатно получили. Давайте посмотрим, что за ролик. А, да, это тот самый айфон за 0 рублей. И меня сначала... Айфон за 0 рублей. Вы заметили? Обожаю шорс, где нельзя перелистывать. Короче, там было показано, что страница пустая. Смотрите, чувак... Или кто? Девушка, я не знаю, кто обладатель данного канала. Не показывает ссылку. Скорее всего, возможно, они кодом элемента исправили это. Но более скорее всего, что они сделали просто поддельный сайт. Тоже хотите за 0 рублей iPhone 15 Pro Max? Я сейчас получу. Вот сейчас себе и жене сразу возьму 2 15 Pro Max. И весь канал построен на таком контенте. Вот, мне родители решили заказать iPhone с сайта за 0 рублей. Угу. И везде в описании написано, что в комментариях ссылка, где Чи брала этот сайт. Угу. Кстати, скорее всего, поначалу, вот видите, популярное, здесь был сразу сайт, на котором они можно было делать это все. Их всех перебанили или еще что-то произошло, и они перешли в Телеграм, где у нас есть два бота, от которых мы сейчас получим либо ВК-боксы, вот они, ВК-боксы, кстати говоря. Хотела проверить тот самый рандом-бокс от ВБ за 0 рублей. Тоже получали? Их раздают в честь открытия 100 тысяч пунктов. Чтобы получить, нужно оставить заявку. 100 тысяч пунктов? Мне кажется, только в одной Москве столько пунктов. Ну, естественно, надо показать, что не только айфоны Pro Max падают, но и всякая говнишка. Ну ладно, нормально. Сейчас зайдем, проверим, посмотрим, как нас попытаются развести. Раз, ботик. Давайте сразу открываем. Честно говоря, я уже заходил в этого бота, просто хотел посмотреть, что он делает и куда он меня заведет. Но решил, что лучше первое впечатление вам показать. Я его перезапускаю. Вот дальше вот этой штуки я не проходил. Ага, привет. Ну давайте, нажимаем далее. Что у нас тут? В этом боте вы получите доступ к сайту от Apple, где раздают технику абсолютно бесплатно. Даже подчеркнуто бесплатно. Которую не успели продать. А вы тоже раздаете вещи, которые не успели продать, да, бесплатно? Ни у кого случайно 40-90 не завалялось, я бы взял себе с кайфом. А ты, кстати, в комментариях напиши, что бы ты хотел забрать бесплатно. Может, iPhone там, не знаю. Если вы тоже хотите получить технику от Apple бесплатно, тоже медали. Так, я уже нажал далее. Смотрите, они уже здесь начинают обходиться как-то. Имеется в виду, смотрите, ссылка написана русская S и английская S. Это сделано, скорее всего, для того, чтобы я, кинув жалобу, проверка прошла и их бы не забанили. Потому что, ну, как бы, бот, допустим, не прочитал бы это слово как ссылка. На сайт еще тоже буквой Т. Так, придет именно в этот бот. Чего? Придет куда? Ссылка на сайт. А, понял. Наши конкурсанты делают крутые программы, такие же крутые, как экосистема Купикод. Ведь в ней можно пополнить свой баланс Steam, либо купить игру всего лишь по одному логину. И никаких паролей не надо. Используй мой промокод NEHAGAMES, который уменьшит и так самую низкую комиссию на 2%. Также по промокоду действует скидка 10% на покупку игр гифтом. Помимо этого, Купикод полностью повторяет скидки Steam. А если вы будете зарегистрированы, то с каждого пополнения или покупки получите кэшбэк. Для тех, кто решили сменить свой регион, чтобы самому покупать игры, например, на Казахстан, никаких проблем нет. Просто смените рубли на тенге и пополняйте. Не хочешь менять регион, но хочешь купить игру, которой нет в нашем Steam? Залетай во вкладку «Недоступно в РФ» и покупай абсолютно любые игры. Заинтересовало? Тогда скорее переходи по ссылке в описании и используй мой промокод, чтобы получить скидку на пополнение и покупку игр гифтом. И естественно, в начале нужно указать, что они не запрошены никакие данные. Просто переходи на сайт, а там все разберешься. Нажимаем понятно. Возраст, значит, да? Ну хорошо, давайте укажем мне больше 20. Доставка осуществляется со стороны СНГ. Напишите, пожалуйста, ваш город и страну. Не подглядывайте? Ладно, я напишу Москву, чтобы было проще. Скорее всего, если бы я написал свою Йошкар-Олу, то мне бы просто запретили дальше идти по опросу. А вот Москва, мне кажется, достаточно популярный город, и он пройдет, да? Вы можете приобрести технику как для себя, так и для семьи, естественно. Так, для семьи или для себя? Конечно же, для себя сначала. Благодарим вас за отзывы, заявка оформлена. Какая заявка? Нам ничего про заявки вообще не говорили. Нам сказали, что нам пришлют ссылку, мы проходим какой-то опрос, так нажимаем продолжить. Что происходит? Меня это очень напрягает. Что происходит? Меня это очень напрягает. Ну тут, блин, никак не строится, надо именно использовать. А ты, Костян, бегаешь эти слова. И меня еще ругаешь потом. Так, ну естественно, давайте получим наконец-то эту ссылку. Ах! Доставку техники Apple оплачивают спонсоры, на которые вы под...
ядрить. Знаете, вот эти всякие, как это, инстаграмщики, гивы всякие устраивают. Гив вроде так. О, то же самое, то же самое. Вы просто подписывайтесь. Да-да-да, и мы вам пришлем айфон. Ядрить. Я просто, извините, если я слишком как-то гиперболизирую, но я реально в первый раз это вижу. И мне очень страшно, что на это поведутся не какие-то дети там, десятилетние, как с разводом скинов, а здесь реально ведь ну, взрослые люди могут повестись на эту фигню. Какая-нибудь женщина 30 лет прочитает такая, о, айфон. Конечно, давай я везде подпишусь и посмотрим. Если на какие-то каналы подписаны, отпишитесь и заново подпишитесь. Если они вам мешают, отправьте их в архивы. Так, а если проверить? О, чего? Вы подписались на каналы спонсоров, бот правит... Они даже не проверяют, прикиньте! Бот правит вам ссылку в течение 24 часов для оформления заказа, так как загружен сайт. Просим отнестись с пониманием. Очень важно, во время ожидания нельзя отписываться от канала. С одной стороны, я бы не стал сейчас подписываться. Ну, типа, проверить, как оно сработает. Потому что навряд ли как-то бот это проверяет. С другой стороны, ну, стрёмненько. Хочется, конечно, подписаться, чтобы 100% пришла ссылочка, посмотреть, что там будет. Но, скорее всего, данный развод, вот именно данный бот, разводит так, что нам надо подписаться на 9. А, на 9. Ага. 1-1-1-2-2-2-3. Блин, они даже это маскируют, типа... Такой человек посмотрел, а, всего 9 подписок, да ладно, сделаю. А там их на самом деле сколько? Раз, два, 23. 23 подписка вместо 9. Социальная инженерия работает. Реально ведь проносят мозги. Давайте эту ссылочку оставим такой, а по этой ссылочке сейчас перейдем и посмотрим, что здесь будет. Боксик от ВБ. Боксик. Ну тут реально вот женщины, девушки поведутся на такую фигню. Привет, я бот, который поможет получить рандом бокс от ВБ. Акция доступна в честь открытия 100 тысяч пунктов. Сейчас я к своей жене схожу, спрошу, повелась бы она на такую штуку или нет. Я серьезно схожу, спрошу, покажу ей. Чисто интересно, сработает, нет? Synchronization 2. Короче, я посрал. Ладно. Короче, я спросил у своей жены, и она сказала, что, скорее всего, перешла бы по этой ссылке. Даже бы поотвечала на эти вопросы. Естественно, есть некоторые пункты, благодаря которым она бы дальше не пошла, по типу указать свой номер карты. Но в любом случае... Статистика, мне кажется, будет показывать, если вы поспрашиваете у своих людей, у девушек, у знакомых друзей, то большинство бы перешло по этим ссылкам. И именно это надо как раз-таки мошенникам. Небольшая ремарка, моя жена была отличницей в школе, она далеко не глупый человек, поэтому не подумайте там всякого разного. Давайте мы тогда поднажимаем и посмотрим, что там внутри. Нажимаем продолжить. Уже, кстати, выбираем пол, как было сказано в видосе. Давайте, допустим, женский. Только что мы в другом боте писали. Так, отлично, напишите адрес ближайшего для вас пункта выдачи. Это не обязательно. А, это обязательно. Так, можем посмотреть приложение. Ладно, так, давайте. Откроем 2GIS. Город Москва. 6 тысяч пунктов только в Москве, вы прикиньте. Хорошо, ну давайте, допустим, вот этот. Вот это ВВБ мне нравится. А, ппп. Улица Казакова. Указываем бот. Это вообще пофиг. Мне кажется, даже если написать здесь 1, 2, 3, 4, оно зачитает. Но, на всякий случай, укажем так. Минуту, анализирую. Да, конечно, анализируешь. Ну ты че? Очень похоже на что-то, да? Нажимаем дальше. Ну, то же самое приложение. Ладно, хорошо. Там мы не подписывались, а сейчас, хотя я не вижу смысла, но давайте подпишемся. Погнали. Папка. Добавить папку. Вы поняли прикол? Мало того, что мы подписываемся на 23... На 22, получается, сообщества, группы, канала, я не знаю, как это назвать. Но перед этим у нас целая папка из 13 чатов. Ладно, ладно. Добавили папку. Хорошо. Погнали. Подаем везде заявки. Естественно, нам везде будет сейчас одабривать. Сразу же моментально подписаться. Мелстрой движ. Да-да, конечно. Да, движ. Фотобатлы. Моментально. Миллион уже уведомлений нам приходит. Мне кажется, это одно и то же сообщество. Взаимные подписки. Где? Кто это? А, это в чате! Реально ведь люди присылают сюда. Это ведь реальные люди. Сидят. Мотивация. Пойдем снизу. Так, все, мы замотивированы получить бесплатный бокс с ВБ. Авторынок. 15 чатов! Серьезно? Ух, хорошо. Универ 13. Погодите, я ТГ сломал? Все, подписки. Реально не нажимаются кнопки. Едрить. Ну, короче, заработок только идет за счет того, что мы подписываемся на кучу всяких ботов. Какие-то группы, каналы. Ну, они, видите, лагают. Вообще невозможно ими пользоваться. А здесь просто
Ну, а здесь уже скам, да. Нас заставляют подписаться на какую-то фигню, а в итоге в этой фигне как раз-таки есть скам. По крайней мере, одна ссылка из этих всех каналов рабочая. Вопрос только, насколько это рабочая ссылка? Я вообще думал изначально там развод на карты. А здесь просто заставляют подписываться на всякое разное. Но на этом все не кончается. Костян подзапарился, потому что у меня нет ТикТока. И еще нашел 3 развода в ТикТоке. Если, кстати, вы знаете про такие же разводы, напишите нам. Мы их тоже посмотрим, попроверяем. Потому что, ну это же жесть. Чё, что за рандом бокс от ВБ за 0 рублей? Окей, закажу. А, ФЭП 0 бот тут. Ну, наверное, это вот то. Рандом бокс тут. Из одного бота ведут в другого бота. Ёптельм. О, бокс с ВБ за 0 рублей. Нажимаем запустить. Привет, с помощью нашего бота ты можешь принять участие в розыгрыше рандом бокса за 0 рублей. Подожди. А здесь как было? А, здесь совершенно другой подход. Может, по-другому разводит. Нажимаем начать. Угу. 24.48. Давайте угадаю, что никакая ссылка не придет. Давай, я подписался. Доступ ограничен за отсутствие подписки на ресурс. Какой? Вы действительно примете участие, если все подпишетесь. Окей. Бот игры запустить. Какие-то игры, ёптель-моптель. GPT запустить, хотя он уже начал. Бот цветы запустить. Сетевой. Подписаться. Отключить уведомления. Ну вот, здесь-то нормально. Какие-то темы, какие-то... Меня кикнули, что ли? А как я получу бесплатный бокс, если меня кикнули? Языки еще раз. Подписаться. Канал недоступен, прикиньте. Прямо на глазах забанили канал. Подписался. Ну давай, я подписался везде. Готовы, вы приняли участие в розыгрыше. Условия проведения розыгрыша. Так, от спонсоров отписываться нельзя, иначе вы не сможете участвовать в розыгрыше. Так, условия. Условия? Розыгрыша боксов. Количество призов ограничено. Результат розыгрыша 10.06.24. Хотите второй ролик? Намотим. Все подробности о проведении розыгрыша в личных сообщениях Крималут. Дайте угадаю, там еще один бот. Крималут. Такого не... А, подожди. Чего? Это не ссылка, не гиперссылка. 4000 просмотров. Ну, короче, 10 числа. Или когда? 16? 10.06. Да, все. 5000 лайков. 5000 лайков набирайте, выпускаем вторую часть ролика. Еще найдем такие разводы. А вы скидывайте нам тоже, чтобы добавить. Погнали, у нас еще 2 тега есть. А другая? Я получил iPhone бесплатно через сайт «Списанная техника». Опа! Сайт «Списанная техника». Что-то новенькое, потому что на нем была всего одна царапина. Да, конечно. С одной царапинкой сдают технику. Pre-equipment. По крайней мере, настоящий есть. Ладно, мы за Free Fire, чё? А Free Fire тут при чём вообще? Хорошо, мы вот за этим пришли. Так, давайте подписываться. Так, через пару часов иду на почту отправлять заказы. Чё, реально работает? Надо туда писать? Короче, скорее всего, они берут из каких-то объявлений Авито вот эти скриншотики и отправляют списанную технику. Да, все письма ведут на вот этого бота, похоже. А, ну это реальный контакт. Обожаю ТГ премиум, который разрешает видеть всю информацию, если у тебя премиум, то у закрытых профилей. Я вроде все закрыл. Написали. К сожалению, в данный момент вы можете отправить сообщение, только очень жаль, что вы с этим, к сожалению, иногда наш антиспам. Это я что-то натворил, что ли? Чего? Меня забанили? Скорее всего, реально, меня просто забанили из-за того, что я подписался на кучу всего и попытался написать челику. Предлагаю набрать 5000 лайков и записать вторую часть. Мы все-таки участвуем в розыгрыше на 10-го, а или не участвуем теперь. У нас остался еще один ролик, поэтому как набирают лайки, мы записываем вторую часть. А вы, если увидите такие же разводы, то скидывайте нам, и мы их обязательно проверим. Как всегда, я вам желаю хороших антивирусников, чтобы не ловить такие вирусы, как у меня. И до скорой встречи, ведь ролики выходят каждый вторник, пятницу и воскресенье. По воскресеньям также проводим стримы.